Всем большой привет! КФУ Лайф продолжается. Я ведущий Роман Полинсков. И сегодня у нас серия прямых эфиров продолжится беседой с представителями Института психологии и образования. С вашего позволения, представлю тех гостей, кто сегодня нам обо всем поведает из этого замечательного института. Вероника Викторовна Васина, ответственный секретарь за прием в Институт психологии и образования. Вероника Викторовна. Здравствуйте. Доброго вам дня. И Лера Ахтямовна Камалова, доцент кафедры начального образования. Лера Ахтямовна, вам тоже доброго дня. Добрый день. Не первый раз мы с вами уже встречаемся. Это радует. То, что спрос на Институт психологии и образования есть, и ребята к нашим эфирам подключаются. И напомню всем тем, кто уже подключился, помимо того, что вы можете задавать вопросы до эфира в группе ВКонтакте Казанского федерального университета, вы можете это делать еще и во время самого эфира. Интересные вопросы мы обязательно зададим, так что не стесняемся, пишем. Ну и пока ребята у нас собираются с мыслями, давайте начнем со вступительного слова, о чем мы сегодня с вами поговорим, что нового в дополнении к тем прошлым нашим эфирам. Мы сегодня с вами еще расскажем абитуриентам и узнаем самостоятельно. Лера Ахтямовна представит наш институт. Уважаемые абитуриенты, мы представляем Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Это крупные структурные подразделения КФУ, которые готовят на 9 кафедрах самых различных профилей и специальностей выпускников, которые будут работать дефектологами, логопедами, психологами, клиническими психологами, воспитателями детских образовательных учреждений, учителей начальных классов. Наш Институт психологии и образования имеет славную историю и своими корнями уходит в тот учительский институт, который был образован и организован еще в прошлом веке. На базе этого учительского института уже в советское время был организован и преобразован из учительского Казанский государственный педагогический институт. До 1992 года он так назывался. С 1992 года это Казанский государственный педагогический университет. И с 2001 года он был преобразован в Татарский государственный педагогический университет. В 2011 году произошло знаменательное событие, когда наш Татарский государственный педагогический университет был присоединен и вошел как такое самостоятельное звено в Казанский федеральный университет. И вот с 2011 года мы тоже являемся подразделением, структурным подразделением Казанского федерального университета. Наш Институт психологии и образования очень востребованный институт. У нас много абитуриентов поступает из различных регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. И студентов прежде всего привлекает, абитуриентов привлекает качественное образование, которое они получают здесь. На различных кафедрах нашего института работает высокопрофессиональный состав преподавателей. Это прежде всего профессора, доктора наук, кандидаты, доценты, которые готовят будущих специалистов. Я представляю кафедру начального образования Института психологии и образования. На нашей кафедре работают 3 профессора, доктора наук, 12 кандидатов наук. Это действительно профессионалы своего дела, и мы обучаем абитуриентов, которые хотят быть учителями начальных классов. На нашей кафедре 2 профиля для абитуриентов, которые хотят стать учителями. Это учитель начальных классов и английского языка. Это очное отделение, очное образование. Время обучения 5 лет. Это очень востребованный профиль, потому что за 5 лет обучения студент получает сразу 2 профессии. Учитель начальных классов и учитель английского языка. Это дает большие шансы, то есть после того, как студент получит высшее образование педагогическое, он может работать и учителем начальных классов, и учителем английского языка не только в начальной школе, но и в 5-11 классах, то есть в старших классах. Это очень большой плюс. Кроме того, многие наши выпускники, которые окончили этот профиль, учитель начальных классов и английского языка, они становятся
и поступают к нам в магистратуру для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень и стать уже на ступень выше, получив вторую ступень высшего образования. Это дает им право либо заниматься научно-исследовательской деятельностью и идти в науку, и в дальнейшем, защитив диссертацию, работать преподавателем в ВУЗе, либо дает возможность занимать руководящую должность в образовательной организации. Что еще дает вот этот профиль учитель начальных классов и английского языка? Это, конечно же, интересная работа с детьми. Это творческая работа, в результате которой студент, обучаясь, может свои профессиональные компетенции повышать. Для этого у нас в Институте психологии и образования есть все. Во-первых, организована педагогическая практика для студентов, которые поступили к нам на этот профиль уже с первого курса. Поэтому студенты с первого по пятый курс проходят педагогическую практику в лучших школах, гимназиях, лицеях города Казани и Республики Татарстан. Во-вторых, наши студенты могут в течение всех лет обучения заниматься научной работой, выступать на научных конференциях, форумах, защищать свои научные проекты. Это тоже дает возможность каждому, кто занимается наукой, идти в ногу со временем, быть современным исследователем, настоящим учителем, который научит этому своих воспитанников, как писать научные работы и как быть востребованным и конкурентоспособным в этом мире. Для наших студентов, кто поступил на данный профиль, есть возможность свои профессиональные компетенции углубить во время занятий с детьми и не только на педпрактике, но и в двух театрах нашего института. Это студенческий театр «Триумф» и детский театр «Радуга», где, например, в этом театре «Радуга» маленькие дети, это как раз в возрасте от 6,5 до 11 лет, учатся актерскому мастерству, учатся играть в спектаклях, выступать на сцене, учатся ораторскому мастерству и развивают творческие способности. Помогает им в этом не только преподаватель, руководитель данного театра, но и студенты-наставники, как раз, которые обучаются по профилю начальное образование и английский язык. Это студенты дневного отделения. Таким образом, студенты получают практические навыки работы с детьми, развивают их способности и уже вот на практике изучают психологию младшего школьника, его потребности, его возможности, и таким образом готовятся уже напрямую к своей профессиональной деятельности в начальной школе. Сами студенты развивают свои способности, творческие, актерские, интеллектуальные, когда они занимаются в студенческом театре «Триумф». Он тоже дает огромный, широкий спектр возможностей для студентов, потому что они учатся здесь быть ораторами, быть сценаристами, режиссерами, актерами. Занимаются тем, что сами разучивают роли, сами пишут сценарии. И это тоже для учителя начальных классов очень важная компетенция, то есть быть креативным и учить творчеству своих воспитанников, учащихся. Второй профиль, который востребован в нашем институте, на нашей кафедре начального образования, это заочное обучение. Называется этот профиль «Начальное образование». Поступают на этот профиль те, кто желает совместить работу с учебой, потому что это обучение заочное. Оно означает, что два раза в год студенты приезжают на сессию и проходят обучение у преподавателей по своим дисциплинам, по учебному плану, и сдают зачеты и экзамены. Это очень удобно для тех, кто хочет получить тоже качественное высшее педагогическое образование, но при этом не терять свою работу. И таким образом после 5 лет обучения на заочном отделении они тоже возвращаются уже в свою же школу, где они работают, но уже
специалистами с дипломом высшего образования, то есть учитель начальных классов. То есть это тоже широкие возможности. Кроме того, студенты даже заочного отделения тоже проходят педагогическую практику. Они могут ее проходить в своем общеобразовательном учреждении, где они работают, либо там, где это им удобно и где это есть договора с нашими работодателями по прохождению педагогической практики именно в этой школе, именно в этом учебном учреждении. То есть наша профессия, она практикоориентированная, и она очень востребована. На сегодняшний день вот только в Казани не хватает порядка 800 учителей начальных классов, потому что детей маленьких очень много, рождаемость хорошая, и в одной школе порядка 10-11 первых классов открывается, и учителей начальных классов не хватает. Поэтому работа у учителя, у педагога есть всегда. Без работы он не останется, и это большой плюс. Кроме того, учитель начальных классов – это профессия очень уважаемая, несмотря на все сложности современного мира, которые и в современном обществе. Эта профессия нужна, и она очень почитаема. У учителя начальных классов большой летний отпуск. Это тоже много значит. То есть 2 месяца, 56 календарных дней отпуск летний. Это тоже большой плюс. Ну и эта профессия творческая. Это работа с детьми, которая всегда нацелена на то, чтобы человек был, повышал свою квалификацию, чтобы он развивался, чтобы он шел в соответствии с теми тенденциями, которые продиктованы вот современным обществом, современным заказом нашего государства. И то есть эта профессия не дает останавливаться на достигнутом. Она дает возможности быть всегда в тренде и быть нужным. Ну и магистерские программы. Ну и магистерские программы у нас на кафедре есть прекрасные, которые являются вот таким логическим продолжением программы бакалавриата. Это педагогика и психология начального образования. Это обучение 2,5 года, очное обучение магистратуре, которое продолжает вот именно профиль начального образования, но оно дает возможность углубить свои знания, и здесь не повторение программ бакалавриата, а именно новая ступень, где изучаются уже научно-теоретические основы психологии, педагогики начального образования, методология исследования и обучения. Поэтому здесь совсем другой уровень. И магистерские программы, они, их ведут наши лучшие преподаватели, это доктора наук, профессора, которые вот именно соответствуют и дают такие глубокие знания нашим магистрам. Вторая магистерская программа – это управление начальным образованием. Это заочная форма обучения. 2,5 года обучаются магистры. Здесь тоже интересно учиться, и это широкие возможности для тех, кто хочет быть руководителем, то есть действительно управленцем. Потому что управление начальным образованием означает, что после завершения обучения наш выпускник магистратуры имеет возможность устроиться на работу и повысить свое положение тем, что он будет работать либо заместителем директора, либо директором, либо еще в отделах образования тоже занимать руководящую должность. Это тоже дает большие шансы для поступления. Многие ли идут в аспирантуру, много ли защищаются потом? Да, у нас многие те, кто окончил магистратуру, поступают дальше в аспирантуру. Аспирантуры есть у нас
в нашем институте психологии и образования по направлению как раз педагогическое образование, начальное образование. И некоторая часть – это те, кто любит науку, кто имеет именно компетенции по научно-исследовательской деятельности, они идут и поступают, учатся в аспирантуре. Хочу сказать, что на нашей кафедре начального образования есть выпускники, которые теперь уже работают преподавателями на нашей кафедре и достигли больших высот, потому что не просто преподаватели, но уже и кандидаты наук, доценты. Есть преподаватели, которые вот завершают обучение в аспирантуре и уже выходят на защиту кандидатской диссертации. Таких у нас несколько. Если в процентном соотношении, по отношению к штатным сотрудникам кафедры, то это примерно где-то 10% от состава кафедры, тех, кто стал преподавателем и работает у нас на кафедре. Такая возможность есть и у вас тоже, абитуриенты, вы тоже можете достигнуть таких успехов. Главное иметь желание, мотивацию, сильную очень, трудолюбие и хотеть вот видеть свой результат, приносить пользу обществу. Спасибо. Спасибо большое, Лера Ахтямовна, за столь подробный рассказ о начальном образовании. Вероника Николаевна, есть ли что добавить? Конечно, продолжим. Угу. Все это время у вас на экране есть наш адрес. Улица Межлаука, дом 1, и то голубенько-зелененькое здание, остановка даже так называется, Казанский педагогический университет, который стал факультетом. Не удивляйтесь, что он называется Институт психологии и образования. Сейчас в Казанском федеральном университете почти все факультеты называются институтами, ну, по-моему, кроме юридического, который остался факультетом. Вот. И на экране тоже мой номер телефона, который указан на сайтах приемной комиссии. Самое большое количество звонков и на это лето буду принимать тоже я, и я уже отвечаю на большое количество этих звонков, поэтому за это время вы, наверное, успели его записать. Зовут меня Вероника Викторовна. Хочу добавить, что в Республике Татарстан 143 школы на уровне 10-11 класса организовывают классы, которые называются педагогические классы. И именно из них самое большое количество участников приходит к нам на обучение в институт. Кроме того, есть педагогические колледжи, после которых тоже к нам приходят учиться. При этом Институт психологии и образования занимается педагогическим образованием не только по направлениям начальная школа и дошкольное образование, но вот все факультеты филологические, химические, физические, которые сейчас кроме науки занимаются тоже еще и выпуском преподавателей по этим дисциплинам, они все курируются Институтом психологии и образования. При этом в сегодняшнюю презентацию я взяла 4 буквально слайда, потому что у нас есть бакалавриат, в данном случае 2 специальности, специалитет очно, заочно, и магистратура очно, заочно. А главной особенностью приема 2022 года стало то, что это такая немножко гибридная форма приема документов. Мы за 2 года пандемии научились почти все это прогружать дистанционно. И с 20 июня опять откроется эта система дистанционной загрузки документов. И на портале КФУ «Буду студентом» КФУ, вот этот абитуриент-система, и на портале «Госуслуг». Нам легче, конечно, с системы студентов, КФУ сразу, но и с портала госуслуг все, кто туда загружает документы, они точно так же найдут свое место в этой системе приемной кампании. При этом нужно не забывать, что кроме самих документов вы должны обязательно загрузить заявление. То есть у нас складывается очень часто такая ситуация, мы принимаем до 15 000 анкет,
Мы их обрабатываем, мы их смотрим, мы обрабатываем те самые документы, которые загружены, и в конечном итоге доходим до того, что самого заявления после этой анкеты не обнаруживается. То есть вот проследите, пожалуйста, внимательно, чтобы само заявление у вас тоже прогрузилось. Одно из новшеств в этом году – нужно прогрузить еще и заявление о необходимости вам общежития. То есть, если раньше это просто ставилась галочка «Да, мне общежитие необходимо», теперь вы своей рукой еще это заявление тоже заполняете. К тому же для этих всех систем в этом году есть возможность электронной подписи. То есть то, что раньше мы обязательно сначала распечатывали на бумаге, расписывались на бумаге, сканировали, заново загружали. Посмотрите, система усовершенствуется с каждым годом. Есть возможность электронной подписи. При этом давайте пройдем по тем направлениям. Буквально 3-4 дня назад контрольные цифры, бюджет и договор, они стояли на сайте КФУ, но не было цифр, например, по целевому обучению. Вот эти ближайшие 2-3 дня целевое обучение тоже прогружено в систему, поэтому сейчас я могу вам тоже его уже предложить и показать. Кроме того, появилась еще одна вертикальная, вернее, такой столбец получается, да, это особое право. То есть к квотам мы с вами уже привыкли. Мы знаем, что у нас поступают дети-сироты, мы знаем, что поступают дети-инвалиды. И как раз вот в эту столбец квот, да, они попадают. Особое право в этом году в связи вот с военными операциями с февраля месяца было принято такое решение, что у нас будут, правда, поступать ребята и из Луганской, и Донецкой Народной Республики. У нас будут поступать некоторые беженцы, которые уже находятся на территории Российской Федерации. Поэтому для них тоже определенные места предусмотрены. И как нужно читать эту таблицу? Когда вы смотрите, например, вот сейчас по психологии, да, первая строчка, бакалавриат, бюджетных мест всего 13. И вот все, что стоит дальше, особое право, специальные квоты и целевое, это не плюс к 13, это внутри этих 13. То есть нужно вычесть минус 2, минус 2, еще минус 3. И тогда по каждой из этих программ останется всего там по 9, 8. То есть мест на самом деле меньше те, на которые рассчитываете сейчас вы. При этом последний столбец нужно очень внимательно посмотреть. И для иностранных студентов у меня тоже есть такой вот, обратите особое внимание на то, что иностранные студенты очень хорошо загружают тоже свои паспортные данные в эту систему, очень хорошо загружают свои документы об образовании, но там есть две вкладочки, которые нужно обязательно тоже прогрузить. Это нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, чтобы мы могли правильно заполнять ваши личные дела, и нотариально заверенный перевод ваших документов об образовании. И самого диплома, если это с колледж какой-то у вас дал, был среднеспециальный, либо аттестата, и приложение. Вот на это обратите внимание, что в приложении стоят как раз названия предметов, которые вы сдали. И если они стоят на каких-то, ну, иностранных языках, да, к нему тоже обязательно нужно нотариально заверенный перевод. Ну и так дальше по таблице. Значит, в психологии в данном случае у нас 13 бюджетных мест, плюс 32 договорных места, то есть будет две большие группы в общей сложности, да, набираться. Поэтому, пожалуйста, начинайте рассматривать для себя и эту специальность. Внутри психологического образования, продошкольное образование, ну, похоже, да, вот на как раз на начальное образование, то, что говорили, по крайней мере, по цифрам и там, по 25 бюджетных мест, плюс по 5 договорных мест, и на дошкольном образовании у нас также будут учиться иностранные студенты, но при этом вот тоже нужно еще сказать, мы разговаривали в приемной комиссии, сказали, что если в плане приема иностранных студентов у нас нет, но все-таки они решились и они готовы к нам поступать, мы готовы предоставить им тоже дополнительные места, даже если в плане они не указаны. Это вот, например, то, что касается логопедии, стоит 0 мест якобы для иностранцев, но если вдруг кто-то, только нужно понять, какую логопедию вы, например, захотите потом реализовывать, потому что мы-то здесь даем все-таки логопедию русского языка, и ее будет достаточно сложно переложить, например, на какие-то логопедические специальные коррекционные занятия для вашего родного языка, если вы планируете вернуться потом
туда, откуда вы приехали. Но при этом на логопедию и начальное образование с английским языком, на клинику психологическую помощь ребенку и семье в этом году у нас рекордное количество бюджетных мест. Вы, наверное, слышали, что и президент страны Владимир Владимирович, да, Путин говорит о том, что сейчас и логопедов нужно не только в детский сад, но уже и в каждую школу. И поэтому мы готовы так вот бюджетно, бесплатно для вас, что называется, обучать. Но и там достаточно большое количество мест целевых. То есть сейчас нужно уже задуматься о том, куда, в какое министерство пойти, ну, прежде всего, там, Министерство образования, Министерство просвещения, чтобы взять направление, чтобы договориться, возможно, с директором школы, который готов вам предоставить потом место работы, потому что по целевому вы потом обязаны, ну, вот у некоторых в договорах написано год, два, либо три года отработать в той системе, которая за вас готова заплатить. Вы-то будете учиться бесплатно, но на самом деле за вами следом будут идти деньги, которые поддерживают обучение, да, именно по этим специальностям. Поэтому посмотрите, есть еще время для того, чтобы выбрать вот эту возможность и получить вот этот договор целевого направления. Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. В прошлом году она называлась там, «Детей группы риска». Просто переименовали немножко эту программу специалитета. Там тоже есть 25 бюджетных мест. Там тоже есть и целевые, и договорные места. Примерно мы говорим, что группы у нас будут по 30 человек. Поэтому если 25 и 5 договорных, но если будет достаточно много людей, которые готовы идти на контракт, готовы заплатить за это обучение, как мы в прошлом году говорили, что почти на договор мы берем всех, в принципе, мы почти уже готовы открыть еще одну группу для того, чтобы, это в зависимости от того, насколько большой будет поток. Про клиническую помощь семье сказала, есть еще одно интересное направление, это психология, которая называется очно-заочная, вот то, что нижняя строчка вы сейчас видите. По типу вечернего обучения мы понимаем, что не все готовы обучаться очно, но при этом психологию полностью заочно изучать нельзя. Так же, как медицинские дисциплины изучать заочно нельзя, поэтому мы выбрали такую форму, чтобы 2-3 раза в неделю, больше все-таки в вечернее время, работающие студенты могли обучаться, и там у нас тоже есть 25 бюджетных мест, и также на договорной основе мы можем принимать туда студентов. Дальше про заочное обучение, которое вы можете рассматривать для себя. На дошкольном образовании есть 30 бюджетных мест, и также есть договорные места. Начальное образование сказали уже, но 30 бюджетных мест мы тоже предоставляем, хотя из них вот минус 3, минус 3, минус 6, да, мы посчитали, что там примерно 20 свободных таких вот достаточно бюджетных мест. Детско-практическая психология, 20 бюджетных мест нам дает возможность, и договорных еще 10, также чтобы группа большая до 30 человек была. Психология и педагогика организации работы с молодежью – одно из востребованных направлений. И не только Министерство образования направляет сюда студентов, но это и Министерство по работе с молодежью, и Министерство труда, и спорта. И, то есть целевое здесь вот достаточно широкое, поэтому тоже для себя можете рассматривать. В том числе даже на просто психологии у нас есть Министерство юриспруденции, которое тоже от МВД могут направить туда, чтобы потом вернуться и работать уже в системе правосудия. Поэтому здесь вот тоже думайте для себя, где вы можете получить эти целевые направления. При этом логопедия заочная тоже есть, и еще плюс к 50 очным местам, вот 25 заочных бюджетных мест мы здесь можем предложить. На специальной психологии 20 бюджетных мест.
И поэтому, когда мне звонят абитуриенты и спрашивают, а я хочу все-таки психологии, хочу все-таки только заочно, то есть даже очно-заочно их не устраивать, тогда я им говорю, рассмотрите для себя и специальную психологию, и психолого-педагогическую профилактику поведения тоже вот несовершеннолетних, и что же психологическое, детскую практическую психологию. Они вот прям заочные-заочные, но получите вы, по сути, то же самое образование, потому что базовое... Общую психологию в любом случае будет представлена. Магистерские программы. Сначала дневного отделения. Посмотрите тоже, по 12-13 бюджетных мест есть на каждой магистерской программе. При этом в графе «План приема» вы видите, что магистратуру мы принимаем по собеседованию прежде всего. Хотя программа вступительных испытаний наших магистратур, она тоже уже представлена. И в основном там идет либо мотивационное, ну если уж не письменное эссе, то такое вот мотивационное как раз собеседование, чтобы доказать, зачем именно вам нужна эта магистратура. И тогда те, кто получает достаточно высокие баллы, по 80, по 90 баллов, они учатся тоже в бюджетной магистратуре. И вы видите там контрольную цифру 40 баллов, то есть вы, если набираете минимальное какое-то количество, то вполне вы можете учиться в магистратуре на договорной основе. Какое-то количество мест, вы тоже видите, да, представлено в каждой магистерской программе, пускай не очень много, потому что пока мы предполагаем, что магистерские группы будут примерно по 15-16 человек, но в любом случае, и, например, психотерапия личности и психокоррекция, здесь вот уже закладывается, да, 22-25 человек, то есть на договорной основе мы возьмем немножко больше, чтобы группа вот до 25 человек примерно тоже были. Нужно их всех прочитать, да? Психология состояния человека, психотерапия личности и психокоррекция, педагогика и психология высшего образования, управление воспитательными системами, педагогика и психология начального образования и дошкольного образования, профилактика, коррекция социальных отклонений. Замечательная такая магистратура по превентологии, по профилактике, пропедевтике получается такого отклоняющегося поведения. Психология инновационного образования и развития детской одаренности. Вот сюда, на эту специальность, прям тоже еще раз приглашают, да, потому что многие обращают внимание на то, что мы работаем в рамках дефектологии со сложными детишками, но есть возможность как раз заниматься высоко одаренными детишками, олимпиадниками, золотыми медалистами, поэтому рассмотрите для себя это направление магистерской очной программы. Психологическая безопасность в образовании, которая необходима сейчас почти всем руководителям. То есть, если вы стали уже завучем или директором школы, почти всех заставляют прям проходить курсы повышения квалификации, но вместо них мы вам предлагаем вот такую магистерскую программу за 2 года пройти по безопасности в образовательной среде. Нейропсихологическое сопровождение в образовании. Здесь вот у меня еще стоит старая магистерская программа, сейчас тоже поменяю, потому что сейчас мы говорим еще и про адаптивное управление, как магистерскую программу. На заочном обучении психологии семьи и семейное консультирование, посмотрите тоже, вот, да, консультативная психология, плюс к ней это очно-заочная магистратура. Это точно так же по типу вечерней, мы там говорили бакалавриат, мы здесь говорим про такую вот вечернюю форму почти магистратуры, как раз для работающих специалистов, чтобы они могли в вечернее время, больше там какие-то на субботние часы, возможно, на праздники даже какие-то ставятся занятия для того, чтобы обучаться. Также есть на них бюджетные места, здесь их достаточно мало, 8 и 7, зато достаточно много договорных мест. На всех остальных магистерских заочных программах вы видите, да, по 15, 16, 17 бюджетных мест прежде всего. Это и управление начальным образованием, управление дошкольным образованием, дополнительное образование, предпринимательство, практическая психология в образовании и психология, социальная педагогика.
И вот еще опять замечательная такая магистерская программа, которая раньше была только платной. В этом году мы первый раз имеем на ней 12 бюджетных мест, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя. И достаточное количество интересуется ею. Это психология и педагогика детско-юношеского спорта. То есть поддержать российский спорт мы тоже готовы. И приготовить специалистов, работающих в этой сфере, мы тоже готовы. Ну и дальше уже вопросы-ответы и про студенческую жизнь. Ждем ваших вопросов. Что ж, перейдем тогда к вопросам, которые нам ранее приходили в группу ВКонтакте. Напоминаю, то, что по ходу эфира вы можете задавать еще свои вопросы. Не обязательно при поступлении. Вот Вероника Викторовна тут нам вкинула такой небольшой анонсик по поводу студенческой жизни. А в Институте психологии и образования она очень интересная и насыщенная и в спорте, и в культуре. Ну, давайте пока по вопросам более предметно поговорим о том, что вы уже ранее сказали. Первый вопрос. Может ли студент другого вуза поступить к вам на заочное отделение? В смысле, параллельно с обучением в другом вузе, там где-то он учится очно, а у нас он учится заочно. Единственное, ну, там вот с документами нужно правильно подать, потому что сейчас они же у него лежат, особенно об образовании, в том вузе. Видимо, их на какое-то время нужно там взять, и совершенно спокойно здесь можно, к тому же, если это будет контрактная форма обучения, да, форма вполне приемлемая. Следующий вопрос, здесь больше уже с переводом. Можно ли с бюджетной очной формы обучения перевестись на заочное бюджетное? Бюджетных мест больше не становится, поэтому рассчитывать на то, что кто-то вам освободил бюджетное место, неважно, на очном или на заочном образовании, почти не приходится. Да, уходят, отчисляются, но в основном уходят слабые студенты с двойками, с тройками, с задолженностями, что называется. А те, кто на бюджете, они же все в основном с очень высокими баллами, они держатся за свои места. Поэтому на контракт можно перевестись в любое время, в любое место. На бюджет, наверное, нет. Ну, на бюджет, там, скорее всего, если один бюджетник отпадает, то там свои товарищи-контрактники на этом направлении. Да, с очень высокими баллами, они там уже в очереди претендуют на эти же места. Начинаются эти голодные игры. Конечно. Среди студентов. Следующий вопрос. На какой курс можно поступить в вуз после колледжа и предоставляется ли отсрочка от армии? С отсрочкой мне как-то сейчас сложно сказать. По-моему, там только одна отсрочка, один раз предоставляется. Поэтому, если в колледже она была, наверное, это надо уточнять еще раз там с военкоматами. Единственное, что вот здесь этот переходный период за лето, за июнь, наверное, еще не успеют забрать. А вот к октябрю, то есть к осеннему призыву, здесь нужно будет уже отдельно с военкоматом решать вопросы. Поступать можно, но у нас поступают все-таки на первый курс, а потом уже составляются индивидуальные планы в зависимости от того, какие оценки у вас уже стоят, какие дисциплины вы уже прошли. Деканат вам распишет, и сокращенные сроки будут. То есть учатся они явно меньше, чем обычные студенты, но сказать, что они поступают на второй или на третий, мы так не... То есть они там переводятся по-другому просто немножко. Следующий вопрос. Можно ли поступить в институт с базовой математикой? Ну вот Лера Ахтямовна хотела как раз. Я хочу сказать, что поступление в институт у нас только с профильной математикой. Базовая математика у нас не проходит. В основном, если, допустим, абитуриент сдавал у себя в школе экзамены, которые стоят в одном ряду по ЕГЭ у нас для поступления к нам, в одном ряду, допустим, там биология, математика, иностранный язык, то тогда вместо математики базовой, которую он сдавал в школе, он может взять другие предметы из этого ряда. Только в таком случае. Но с базовой математикой ни один студент к нам не сможет поступить. То есть школу мы заканчиваем с базовой математикой, а для поступления ее просто можно не показывать, если у вас есть дополнительные ЕГЭ. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Какие есть способы подачи документов? Ну вот три способа подачи документов. Первый – это через университетскую систему «Буду студентом КФУ», которая абитуриент называется, через портал госуслуг «Вторая система». И в любом случае с 20 июня с 8.30 мы распахнем двери на Кремлевской, 35. Мы в любом случае будем принимать и очно эти документы, еще и в связи с тем, что бумажные оригиналы документов в этом году принимаем сразу.
Хорошо. Дополнительный вопрос к нам прилетает сейчас во время прямого эфира. Добрый день. А раньше были общая психология и клиническая психология. Сейчас также? Это первый вопрос. Второй. Примерный проходной балл на эти направления. Ну, слово «общая психология» из плана приема ушло, там осталось просто слово «психология». Клиническая психология также и осталась. Если мы говорим про проходной балл на бюджетной основе, то это 70-80 баллов по каждой дисциплине, независимо от того, сдаете вы ее как ЕГЭ еще в школе, либо ее сдаете на Кремлевской 35 в качестве внутреннего вступительного испытания. К тому же внутреннее вступительное по тем же самым учебникам, по тем же самым программам, что и ЕГЭ. А если мы говорим про договорную основу, то это не менее 40 баллов также по этим же ЕГЭ, по каждой дисциплине. Следующий вопрос. Какой проходной балл в кафедре начального образования? Так, это общий балл проходной? Имеется ну, в виду. По итогам предыдущего года, например, да. Вот, средний проходной балл. Хочется сказать, что наша специальность, она очень востребована. К нам поступает очень много выпускников из разных школ Республики Татарстан и Российской Федерации. Конкурс очень большой, очень высокий, и поэтому проходной балл с каждым годом увеличивается. То есть он не бывает все время одним и тем же фиксированным, допустим, там 250 баллов, да, на все года. Он очень высокий, очень высокий. В прошлом году на профиль начальное образование и английский язык у нас был проходной балл порядка 283 балла. Разделить на 3, то есть почти по 90. Это почти по 90 баллов за каждый экзамен ЕГЭ. 90 с лишним. Да. Следующий вопрос. Возможно ли у вас в институте пройти переподготовку? Переподготовку пройти можно, но она не входит в эту приемную кампанию, и она обычно не начинается в эти же сроки. То есть обычно мы с 20 июня начинаем набирать бакалавриат, специалитет, магистратуру. Когда вот мы их уже к августу, к сентябрю заканчиваем, тогда начинается набор на различные курсы повышения квалификации, переподготовки. И тогда, наверное, нужно прям набирать, что это Институт повышения квалификации, переподготовки КФУ как факультет, а не как факультет психологии и образования. Я хотела еще к баллам немножко добавить. У нас есть такие люди, которые говорят, что вот те же там 270, предположим, баллов в среднем, да, они набрали, но мы, например, их по прошлому году не могли взять, потому что один из каких-то экзаменов у них не 40, а 39 баллов стоит. Они говорят, у меня же высокий общий балл. Мы говорим, да, общий высокий, но порог, да, не прошли. Поэтому здесь нужно обратить внимание еще на каждый отдельный ЕГЭ, а не только на общую сумму. Все мы знаем то, что 20 июня у нас начинается прием документов, но уже начинает народ интересоваться, когда закончится прием документов. 20 августа у нас будет первый приказ о зачислении. И получается, что к 20 августа основной прием документов мы уже завершим. Понятно, что там есть на сентябрь некоторые добор документов, особенно с иностранными студентами. Возможно, какие-то места там вот магистр, но это буквально 1-2, если просто как добор. Поэтому ориентируйтесь на 20 августа, но опять-таки это то, что связано с ЕГЭ, например. А если вы собираетесь сдавать внутренние вступительные испытания, значит, 20 июня нужно уже смотреть расписание этих внутренних вступительных испытаний. И до первого этого экзамена, значит, документы должны быть уже сданы, заявления должны быть поданы. То есть это где-то 15 июля. Но тут можно учесть то, что не обязательно оригинал можно подавать. Ну, вообще говорят, что на первый экзамен в этом году надо приходить уже с оригиналом документов. Так. Об образовании, по крайней мере, да. То есть это где-то 15 июля, потому что школьники, они же тоже на 20 июня на руках еще не будут иметь аттестатов, пока это ЕГЭ в систему выгрузится, пока все. То есть до 15 июля это все будет свободно. Не, имеется в виду то, что могут быть. Абитуриент может подавать заявление в разные вузы. Ну, да. Вот, и, например, какой-то у него...
Да, предположим, товарищ из Уфы, у него приоритетнее уфимский государственный, но понятно, у нас... Понятно, но после того, как он сдал экзамен, и он увидел все свои оценки, вот этот приказ о зачислении будет уже по оригиналу документа об образовании. Если у нас его нет, мы просто, даже если очень высокие баллы, мы не сможем человека зачислить. Поэтому в этом году мы возвращаемся, по сути, к системе до карантина, до пандемии. Важен сам документ об образовании, его оригинал, его подлинник. То есть, кто быстрее определился, да, тот и в шоколаде. Ну, в принципе, да, и высокий балл, и сам оригинал. Хорошо. Вопросы у нас закончились. Предлагаю перед финалом нашего эфира рассказать все-таки о студенческой жизни. Учеба – это, конечно, хорошо, учеба – это важно, но разнообразить ее различными выступлениями на студвесне, на дни первокурсника, участием в форумах. Вот, насколько я помню, недавно у нас в Казахстане федеральном педагогический 8-й форум ИФТ прошел. Довольно-таки с размахом. Где может студент себя проявить, где поучаствовать? Вот об этом всем, думаю, стоит рассказать. В нашем институте психологии и образования очень интересная студенческая жизнь. Каждый студент, кто к нам поступил, может реализовать себя в различных направлениях. У нас есть танцевальный ансамбль, танцевальная группа, которой руководит Краснова Анастасия. Эта группа уже победитель и всероссийских, и международных конкурсов танцевального мастерства, танцевального искусства. Приходят туда первокурсники, которые любят пластику, любят движение, любят танцы, любят музыку, и из них делают профессионалов. Девочки становятся просто неузнаваемыми. Наши студенты могут участвовать вне первокурсника. Это очень яркое, широкомасштабное, уникальное мероприятие, которое показывает, на что способен каждый из студентов. Кто-то прекрасно декламирует, кто-то танцует, кто-то является артистом здесь на сцене, поет. То есть все жанры искусства здесь задействованы на дне первокурсника. И поэтому каждый может себя реализовать в этой из перечисленных мной областей. И так оно и происходит. Неуверенные в себе школьники приходят и обнаруживают в себе такие способности, которых они даже не подозревали. Это именно наш Казанский федеральный университет дает каждому студенту раскрыться и развиваться, идти вот по этому творческому пути. И обычно те, кто хорошо показал себя и проявил на дне первокурсника, они потом идут участвовать и на студенческую весну. Потому что там очень похожи жанры выступлений, там тоже нужно или показать себя в вокале, или в художественном слове, или в танцевальном искусстве, или в театральном искусстве. Поэтому здесь, ну, каждый студент может просто открыть в себе таланты. И у нас каждый второй студент задействован вот в таких вот интересных мероприятиях. Те, кто ничем не интересуется и нигде не участвует, у нас таких почти нет студентов. Да, либо спорт, либо это студенческие конференции, либо это и постоянные конкурсы. Да. Вот, например, у нас 8-й форум по педагогическому образованию проходит в Институте психологии и образования. И уже 3 последних вот года участвуют студенты в этом форуме. Раньше об этом даже невозможно было мечтать, потому что в основном это был форум для ученых, уже которые себя зарекомендовали в академическом сообществе. А здесь выступают студенты и 5-х, и 4-х, и 3-х, 2-х, и даже 1-х курсов выступают с серьезными исследованиями и, конечно же, получают высокую оценку. Магистранты, да, магистранты еще, да, аспиранты. И, конечно же, студенты. Для них это большой плюс, потому что они сравнивают свои первые научные результаты с теми научными исследованиями и достижениями, от которых они слышат именно на этом форуме, от зарубежных участников, от наших отечественных ученых из различных российских вузов. И это, конечно, для них высокая планка. Они видят, что им еще расти, расти и добиваться вот новых научных результатов. Это тоже большой плюс для студентов. Здесь еще нужно сказать, что у Казанского федерального университета есть же подопечные и школы для одаренных, и IT-лицеи, и вот Лобачевского. Есть школа в Елабуге сейчас для, наоборот, сложных детишек, там, где наши, опять-таки, студенты и выпускники могут найти свое приложение. А конкретно вот в Институте психологии и образования с 1 сентября мы открыли детский сад, я поэтому его тоже поставила сейчас фотографию, мы вместе.
для детей с расстройством аутистического спектра, в котором тоже работают наши магистранты прежде всего. Они уже не только там практику проходят, но и большое количество семинаров и круглых столов можно на территории этих учебных заведений проводить. Да, и с 1 сентября начинает свою работу детский театр КФУ «Радуга». Мы ждем детишек, которые придут к нам учиться актерскому мастерству. И это для нас большое событие, потому что в этом году исполняется 5 лет нашему детскому театру «Радуга». И очень многие дети Казани хотят к нам прийти и учиться, и быть юными актерами. Ну да, есть свой научно-исследовательский институт внутри института, в котором преподаем. То есть ведутся еще достаточно большие исследования на всех вот этих как раз и детках. Поэтому мы вас ждем. Мы ждем абитуриенты. Мы вам открыты. Да. Приходите к нам учиться. Главное, что студент не потеряется с активом, с самим студсоветом. Ребята уж, наверное, направят каждого, кто в спорт, кто в культуру, кто в исследование. Благо, оказалось, благо, что это не мешает учиться, это помогает учиться. То есть человек лучше распределяет свое время, лучше себя организовывает. И вот в приемной кампании на той же Кремлевской 35 достаточно много будет работать с волонтеров, студентов. Поэтому волонтерское движение тоже достаточно сильно развито. Мы ждем вас, прям сидим вот уже и ждем. 20 июня скоро, поэтому осталось посмотреть программы вступительных испытаний, что-то доделать, потому что почти все ЕГЭ уже вот на подходе. Всего 12 дней осталось. Время нашего эфира уже подходит к концу. Кратенько пожелания нашим абитуриентам. Не с ЕГЭ, потому что оно у них уже заканчивается практически, а именно перед поступлением. Пару слов. Я хочу пожелать нашим абитуриентам уверенности в себе, такой оптимизма и удачи, чтобы все у вас получилось. Я уверена, те, кто интересуется поступлением, те, кто участвует в сегодняшнем Инсталайфе и в других предыдущих, те именно мотивированы на поступление к нам в институт. А если есть мотивация, значит, вы обязательно поступите. Удачи вам, ни пуха, ни пера. А я предлагаю еще раз открыть органайзер, расписать прям по дням, по числам, где, когда, какого числа, во сколько, что вы делаете, что-то во время подготовки, что-то во время сдачи документов, когда вы сканируете эти документы, какого числа вы пойдете делать фотографии 3x4 и тоже их сканировать, какого числа вы приедете на Кремлевскую 35, когда вы еще раз заглянете на сайт и узнаете даты своих там экзаменов. То есть сейчас нужно просто все очень точно расписать по дням, часам, минутам, чтобы везде успеть. Я желаю вам успехов. Что ж, а мы желаем то, что еще раз к нам заглянете в гости в нашу программу КФУ Лайф. Вероника Викторовна, Лера Ахтямовна, вам большое спасибо, то, что нашли время прийти. Удачного приема. Времени осталось совсем немного. Надеемся, то, что в этом году абитуриенты не разочаруют, а наоборот порадуют то, что такие одаренные ребята к нам поступают. Спасибо. Это был КФУ Лайф. В гостях у нас был Институт психологии и образования. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока.